мало кто знает, но на карте The Dust 2 есть один очень страшный секрет. Для того, чтобы его активировать, нужно выкинуть бомбу, выкинуть пистолет, взять Desert Eagle и пойти на спаун террористов. Черт возьми, почему здесь нельзя ускоряться? Эта пасхалка очень страшная. Она пробирает до мурашек. Честно, вот прям очень страшно. Сейчас вы сами все поймете. Теперь нужно встать. Черт, как сюда запрыгнуть? Теперь нужно встать. Черт. Как они сюда запрыгивают, ё-моё. Как-то... Как-то вот так вот... Короче, насрать. Никуда не надо вставать. Идем сюда. Двигаемся по такому периметру. Вот так. И... Заглядываем сюда. Так нужно стоять довольно долго. Пока не случится... О, вот он, вот начинается. Всем привет, с вами Уложка, и мы начинаем играть в игру Minecraft. Да, это новая рубрика, то есть Let's Play. И сегодня мы начнем рубить деревья. Да, это самое главное в Майнкрафте. Как вы видите, играю я с шейдерами. Многие меня спрашивали, что это такое? Что за текстурпак?